Следующие строчки. Василий. Главное, тут уже ошибочку так не сделать. Да, пишешь три слога. Василий тире су на другой строчке. Поняла? Давай, чуть-чуть осталось уже. Чуть-чуть. 50 уже. Ва. Со главной буквы. Ли. Тире. На следующую, через клеточку. Я уже не ошибусь. Молодец. Можно и здесь написать. Точка. Молодец. Мачехины. Все? Весело? Угу. Молодец, дай посмотрю, что получилось. Так, само задание. Эльф. Да. Собственно, Василиса с куклой. Василиса прекрасная.